Привет, Олег. Привет. Слушай, я хочу понять, записывается сейчас или нет? Да, записывается. Привет, Хасан Магомедович. Привет. Слушай, я тебе специально приготовил показать, потому что мне надо спросить совета. Вот этот пират у меня, пират такой, у него в руке глобус. Ты мне вчера, когда мы разговаривали, сказал, что покажешь сегодня, вот я тебе показываю. Мне кажется, у него глаза. Ну, короче говоря, ты бы повесил ее в комнате, чтобы каждое утро смотреть, и тебе было бы интересно, или нет? Если нет, я сейчас ее заменю, сделаю по-другому. Выражение глаз сделаю. Давай. Пират у вас добрый. Ну. Да, ну вот вторая картина, где девушка. Мне девушки больше нравятся, поэтому я вторую бы повесил. Вот вчера вторую мы тоже смотрели. О, вот это вообще, конечно. Но я бы ее и повесил. Ну, там шляпа как Сатурн, а там Юпитер, а тут у нее цветочки, и вот один глазик, и вот здесь я сделаю еще шляпу так, чтобы глаз этот второй совсем был закрытый. Ну вот и красота будет. Вот ее бы я и повесил. А вы мне ее подарите, нет? Слушай, я думаю, если это тебе не нравится, значит, здесь нужно сделать. Если тебе девушка понравилась, значит, здесь надо этому пирату в руки букетик цветок, а не глобус. Букетик цветов сделать и сразу все преобразится. Но мне важно, глаза как? Глаза. Ну, глаза у него добрые такие, какие-то, что-то он совсем как будто не злой пират, как добрый, наверное, пират. Или мне так кажется, надо спросить еще у кого-либо. Ну, давай у всех спросим. Давайте у всех спросим. Друзья, как вам этот пират? Да. Пусть в комментах напишут, сделаем коллективный разум. Да. Разум сделаем и всех попросим написать, что прибавить, что убавить, что поменять. Меня интересуют глаза. А вот здесь видишь, у него колечко какое. Колечко у него прям вот перстень такой пиратский, вот это вот он прям конкретный такой, конкретный. Короче, цветы сделать там. Или повесить серьгу такую, вот как здесь, вот видишь. А мне кажется, глобус побольше сделать тоже было бы шикарно. Но это как по настроению, как у вас, как Я захочется. предлагаю картину так. Хотелось бы мне, чтобы она висела и радовала меня или удивляла меня, когда я просыпаюсь и смотрю, и мне приятно. Вот, друзья, скажите, пожалуйста, вы бы повесили такого пирата у себя на стену? А я вам скажу, Хасан Магомедович, наверное, девушкам понравится больше пират. Ну, посмотрим. А мальчикам понравится больше та девушка, у которой такая шляпа специальная, да. Мы посмотрим. Ну, мне так кажется. Вот мы как раз и спросим, вот пусть они ответят. Спросим. Поглядим, поглядим. Да, слушай, я хочу тебе важное сказать, потом я тебя насчет картины твоей спрошу. Я хочу важное сказать. Сейчас я там собираю в группу, в райскую группу собираю людей. Только после беседы, вот я буду беседовать в WhatsApp или в Skype, они мне пишут, я провожу беседу, подходит данный человек именно в эту группу, потому что это группа для развития изобретательского мышления. Потому что я изучил Теслу, я изучил еще, ко мне же, когда в Москве был доктор Накамацу, у него на визитке написано, что у него изобретений больше, чем было у Эдисона. Он приезжал на выставку в ВДНХ на Архимеда. И я с ним 3 дня провел. Я помню, да, конечно. Он у меня же 3 дня был. Да. Да, он величайший изобретатель. И потом я еще изучал школу. Вот у меня же друг Виссарион Сибиряков и Калошин. Они же учились у кого? У нашего величайшего изобретателя, который создал науку ТРИЗ. ТРИЗ. Ну, короче, я думаю, что наши слушатели сразу сами напишут, как его фамилия, все знают, но это же величайший. Короче говоря, я понял, особенно через изучение Теслы, я понял,
Как можно научить любого человека быстро, чтобы он делал изобретение? Чтобы он делал изобретение, это больные ко мне звонят постоянно. Давай мы быстрее сейчас закончим. Ну давай, ты мне скажи, что у тебя с картинами? Ну, новой картины у меня нет пока, но есть идея. Идея, знаете, какая? Очень интересная. Картина планет Вселенная, летит метеорит, и кусочек метеорита настоящего, который в Челябинске упал в 2013 году. Вот он, кусочек. Мне его Андрей из Челябинска прислал, очень хороший парень, фамилию не называем. Он у нас ключ проходил. Привет, Андрею. И Да, приклеиваем привет, туда я тебя маленький не знаю, кусочек но здоровья тебе и настоящего счастья, да. земного метеорита. Вот такая идея. То есть у тебя в картине Надеюсь, будет летящий получится. метеорит, а метеорит сам-то где будет? На столе у тебя лежать или в картине ты его прицепишь? Нет, вот этот кусочек же мы приклеим туда, в том-то все и дело. Супер, Но мне кажется, интересно. Да. посмотрим, как получится. Ну давай, слушай, ну. Еще я вам хотел сказать, дело в том, что у нас уже скоро морской сезон, и я привожу себя в форму, потому что зима была длинная, вес набрался, я худею по ключу, и вот неполных 3 месяца уже я на 8 килограмм постройнел, скажем так. По ключу, без диет это значит по ключу. По ключу худеть, стройнеть, это значит без нагрузок и напряжений. А используя состояние ключа, мечтать и вспоминать, какой ты был там ранее стройный парень, или фотографию свою иметь. Ну, Да. да, в Ну, нулевом состоянии мечтать. Я понял. Слушай. это важно. Многие люди не знают, как худеть. Они заставляют себя сидеть на диетах, стройнеют, а потом больше набирают, потому что мозг У начинает нас сейчас будет компенсировать. бесплатный ликбез, Олен. Я завтра объявление напишу, чтобы все Zoom приготовили, чтобы все выходили на бесплатный ликбез, задавали вопросы. И там будут более такие развернутые ответы, как что делать и как. Но я еще раз хочу сказать для всех, что прежде чем попасть в райскую группу, где будут навыки вырабатываться изобретательского мышления, что вы со скоростью инстинктивных реакций быстро соображали и создавали новое, но это вообще касается не только произведений художественных, а вообще технических изобретений, любых изобретений, я сделаю то, что никто до меня пока не делал. Ей-богу, потому что с методом ключ. Потому что раньше делали, но без ключа. А с ключом будет потрясающе, потому что Калошин мне это подсказал, эту идею. Он, когда у него руки пошли, он говорит, слушай, нам же это, говорит, рассказывал все время. А теперь только я понял, о чем мне говорили. Ну, на занятиях по изобретательскому мышлению. По ТРИЗу. Ну, а кто автор системы ТРИЗ, пожалуйста, напишите мне в комменте. Ален, я тебя обнимаю. Давай через пару часов еще раз созвонимся. Я тебя группу райскую запишу. Да, пожалуйста, запишите меня в райскую. В Я тебя райскую запишу, но очень я хочу хочу в райскую сказать... группу. Я хочу в райскую группу. Считай, что я с тобой уже поговорил. Потому что ни одного человека туда не записываю, пока предварительно не поговорю. А тебя, дорогой сыночек, Ну вы по блату, да? По блату? Все как понял. сына, как Спасибо. сына. Давай, Спасибо. обнимаю. Всего хорошего. Давай.